А сейчас столичных школьников ждет неделя активного отдыха. Пришкольные лагеря, музеи, спортивные залы и бассейны. Выбор разнообразный. В художественных и музыкальных школах проходят мастер-классы. Продолжается проект «Живые уроки». С пользой для ума можно отдохнуть в кванториуме. Здесь стартовал образовательный интенсив «Город будущего». Школьников готовы принять и столичные вузы. А в Чувашском государственном университете имени Ульянова открылись весенние школы для детей с 1 по 11 классы. Учащимся 8-9 классов Чебоксарский кооперативный институт предлагает проект «Суббота в кооперативном». А Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева приглашает посетить каникулярную школу по подготовке к ЕГЭ. Ожидается, что эти мероприятия посетят около 50 тысяч школьников. Весенние каникулы продлятся до 1 апреля.